chote ou ta ta gani ta koum pa ma. Ils sont forme L, c'est eux. Donc dans leur essence, ils ont quelque chose. And according to the school of thought of Rabbi Ben Mozeg, this fundamental faith is also called by the name Islam. Some have suggested that this refers to the great number of non-Jewish believers who came to sacrifice the Qurban Shlamim in Jerusalem together with the Jews. Salamai, Muslimai, Muslimi. This could be a clear indication in our literature that Islam is an ancient religion dating back to the time of the Second Temple, or even earlier. And if Islam's roots, if the roots of Islam are the same as what we call B'nai Noach, then for us, it is much older. This is the religion of Noah. This is the religion of Adam himself. The closeness of Islam and Judaism has always been understood by biblical scholars until recent years. The close relationship with the Jews, the ten lost tribes, the Arabs, the Rahabites, all this was assumed to be true. It was only with the advent of German revisionists like Wellhausen and Buchler and others that this began to change. They introduced ideas that Islam had something to do with worshipping the moon, rocks, or some asteroid that fell. But devout Jews know that this is not true. It's a fact of Jewish law that we believe that Muslims and Muslims are perfect monotheists. They worship the same God that we do. Ислам, кроме всего прочего, он был так сформирован, что те, кто пошли за Мухаммадом, и те, кто в дальнейшем, так сказать, вот, следовали за этой религией, они, как это сказать, они постоянно находились в состоянии общения с Творцом. То есть христианин, ну, он там, если ходит раз в неделю, в воскресенье, в церковь, ну, это хорошо. В чем тоже, так сказать, да. А мусульманин, он 5 раз в день опускается на колени. 5 раз в день. Причем строго выверены по времени, так сказать, я же с ними там живу, да. И кроме того, я когда, вот, скажем, ездил в Европу, я где-то время там в аэропорту был, там такой тихий закуточек, ну, пришло время молиться. Значит, я пошел в этот закуточек. Ко мне пришли туда 2 мусульман. Я стоял, молился там свое, они, значит, положили газетки, встали на колени. Это ислам. И, в общем, это говорится о очень многом. Человек 5 раз в день, хотя бы на 5, это там молитва очень небольшая. Я смотрел, вот мне так, была возможность посмотреть молитву, что в ней написано. Значит, молитва очень небольшая, но она очень серьезная, она очень глубокая. Человек на 5 минут становится на колени, наклоняется, произносит то, что там написано, он общается в этот момент со Всевышним. Это очень важно, это очень много. Поэтому ислам, в общем, это религия будущего. Ну, так скажем, вот, если сегодня мир не будет закрыт, в силу того, что государство пока что, которое называется Израиль, существует, а это мы сейчас находимся именно на этой стадии, значит, идет стремительное закрытие мира. Потому что государство не имеет права на существование. Вот 1,5 года назад закончились все возможные допустимые сроки, все. Мир начал закрываться. То есть, ну, как бы, Всевышний закрывает мир. Все эти, так сказать, экономические и так далее, все эти катастрофы, которые идут одна за другой, любые попытки какого-то дальнейшего прогноза, значит, остановки, там, выбросы, это все бессмысленно. Мир будет закрыт. Это неизбежно. Если не, так сказать, ликвидируют вот это государство, которое является как раз корнем зла. Так вот, если удастся его ликвидировать, то где-то лет через 70, я так думаю, большая часть населения Земли будет исповедовать ислам. Потому что это религия, которая, ну, достаточно сильная, правильная, и она людей ведет в том направлении, в котором нужно. Единственное, что, конечно, там есть проблемы. Шииты, сунниты, значит, у них друг с другом нестыковка идет, тут по некоторым вопросам, ну,
Это понятно, но это пока что, я так надеюсь, что если удастся все-таки выйти на такой уровень, чтобы ликвидировать, так сказать, то, что у нас сегодня есть, вот корень зла, то тогда и уйдут все проблемы, которые есть между ними. И действительно, люди, большинство людей в мире начнет исповедовать ислам. Сегодня уже этот процесс виден, потому что они, так сказать, заполняют, распространяются. И там, я уж сейчас не помню, где-то в одной из европейских стран там категорически запретили строить новые мечети. Да. Но, потому что идет распространение. Будущее мира за исламом. Да, Швейцария, совершенно верно. Будущее мира за исламом, это совершенно точно. Если удастся вот сегодня локализовать ту проблему, которая имеется. Prophet sallallahu alaihi wasallam, during his time there was a Jewish rabbi. His name was Zayd ibn Simna. He said, I was able to verify every single attribute of the Prophet mentioned in the Torah. Jewish rabbi, the scholar of a scholar. He said, I was able to verify. Accept this one, that when you increase dealing with him in an ignorant way, his forbearance increases. So I decided to test him in this area. Now he's going to put him to the test. Yes, al-hadith fi musadrak al-hakim, for those who want to go and review it. So he went to the mosque one day when an incident happened in front of him that some Muslims needed desperately some financial help. Rasul sallallahu alayhi wa sallam asked Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu whether we have anything to give or not, to give that group of Muslims or not. He said no. Zayd ibn Simna said, this is my chance. So he went to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and said, I will lend you the money for 1 year. Of course, no usury, okay? So after 3 months, he came back requesting his loan. And he actually took the Prophet sallallahu alayhi wa sallam from here, from his neck. And he actually insulted him and his tribe. And this is a big no. إِنَّكُمْ بَنُوا هَاشِمْ قَوْمٌ مُطْلٌ. You are the Banu Hashim, the tribe of Hashim, Mutl. You don't pay back the He's really putting them to the test. Oh yeah. Yeah. And Rasulullah sallam is like, you know, standing like, Umar of course was there. And Umar wanted to interfere like he would normally do. Rasul sallallahu alayhi wa sallam said to Umar, Umar, you should command him to request his loan back in a better way, and you should encourage me to pay him back. Maybe he's in need for the money. Look at this. Zayd ibn Simna, by the way, maybe he needed the money. When he given it to us, he was, you know, better off, but now it's just a matter of, so ask me to pay him back. Encourage me to pay him back. Now please take him and give him his loan back and give him an increase. He wasn't like, let's get him. No. Everybody jump now. No, give him an increase. You know, this man said, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. He said, there's nothing worthy of worship except God Almighty Allah, the Creator. He took the shahada. This was the last thing I was waiting for, to see your forbearance. Ya ayyuha al-Nabi, look at the verses in the Torah. Ya ayyuha al-Nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhir. This is in the book of Isaiah. O messenger, we have sent you a bearer of glad tidings and a warner. Look at this, look at this. Hirza lil-ummiyin, security for the illiterate. Look, lasta bighalidhin wala faddin wala sakhabin fil aswaq. You're not harsh, you're not tough, and you don't speak with noise, you're not loud. لَا يَزِيدُكَ الْجَهْلُ إِلَّا حِلْمًا. When people treat you ignorantly and increase in abusing you because of their ignorance, that only increases you in forbearance. We got to, come on brothers, we're saying لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ. We gotta act like Muhammad Rasulullah. I just want to emphasize on the point that we have brains and we're supposed to be using them to think, but we really don't. How are we letting other people make decisions for us? How are we letting people interpret situations for us? You know something is going on. Why not look into it and use your own judgment to maybe judge that thing, not judge it in a, like a bad judgmental thing, but just to analyze it and come up with your own on what on answer. That's one thing that I don't understand. We really don't want to think in this world. We really don't want to think for ourselves.
Once we do that, we're going to appreciate things more. We're going to appreciate even just the relationship we have with God and every other thing that exists. I mean, the video was very, very lovely and had a lot of meaningful messages in there. Let me know what you guys took from this message. Make sure to give this video a thumbs up, share it to the friends, and of course, do not forget to subscribe, and I'll see you in my next reaction video.